31 марта на территории страны будет проводиться единый день безопасности дорожного движения под девизом «Движение по правилам», который будет направлен на профилактику безопасного передвижения на средствах персональной мобильности. В правила дорожного движения появился новый термин «средство персональной мобильности». Это устройство или приспособление, не являющееся транспортным средством, приводимое в движение двигателем и предназначенное для индивидуального или совместного использования. Это электросамокат, гироскутер, сегвей, моноколесо и прочие устройства. Мощность двигателя не имеет значения, если он есть, то средство считается средством персональной мобильности. Необходимые условия – исправность тормозов и руля при его наличии. При движении в темное время суток и или при недостаточной видимости дороги пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами, а на средство персональной мобильности должна быть установлена, включена фонарь либо фара. При движении на таком устройстве пешеходу рекомендуется использовать защитный шлем. Пользователи средств персональной мобильности могут двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам, не создавая препятствия для движения других пешеходов. Скорость средств персональной мобильности не должна превышать 25 км в час. Пользователи средств персональной мобильности являются пешеходами. Пересечении проезжей части по надземному пешеходному переходу на перекрестке по линии тротуаров или обочин следует ехать со скоростью идущего шага пешеходов, не создавая им препятствий для движения. Также нужно убедиться, что выход либо выезд на проезжую часть дороги безопасен. На средствах персональной мобильности запрещено передвигаться со скоростью более 25 км в час, находиться в состоянии опьянения, перевозить пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией, не держаться за руль и передвигаться до 14 лет, кроме пешеходных и жилых зон.